сейчас я думаю, вот сидим. Давай, давай, тихо. Вот ты не мешайся мне, цах, цах. Вроде бы последний. Остался. Все, супер, все. Да, класс. Супер, замечательно. Так, ребята, я для вас сюрприз. Я опять сделаю кое-что новое. Пауски. Где что? Во-первых, изменилось там, я сделал недозачеты. У меня был остался белый капюшон от старого скина. Я изменил ее обратно на красный изменил. Делал кофточку такую. И вот здесь вэй, от нее сбрызги. В общем, эпично получилось. Вроде даже лучше, чем было. Я так думаю. Готово. Супер. Я собрал, ребята, 15 обсидиана. Сегодня я хочу сделать на хате либо, ну, вроде труд. Что? Смотрите, оно переливает. Что, правда? Я не все застроил. Я уже забыл, давно не играл. Как тут вообще что делать? Так, честно, да? Так, мы ломаем, да? Его. Все. Вау. Я это факт. Смотрите, какой он красивый. Хаз, чего ты сюда пришел? Новогоднее настроение делал, он сюда приперся. Да, сейчас получается. Я сегодня буду играть без Кати. Объясняю почему. Я хочу сделать ей одновременно и сюрприз, и то. Хорошо, закрываем дверь и ложимся спать. Напал. Так, окей, все, мы сейчас покушаем, не выплатим, не выйдет. Вообще, есть еда нормальная в доме? 8 слитых леза, так, здесь туда железо. А есть хотя бы что-нибудь такое нормальное? Где у нас сундук? Где правда сундук? Походу, я сундука не сделал. Сейчас сделаем, значит. Сундук готов. Да, господи. Сундук готов. Всё. Сундук мы сделали, а мы можем еще один сундук делать. Значит, еще один делаем. Все, два сундука, да, нормально. Все, сейчас мы... Все. Вот так, вот так. Ого, новогодний сундук, круто. С новогодними текстурами, в общем, его брать пока что. Так, супер. Так, получается, у нас тут можно сделать такую комнату. Так, сейчас здесь основное. Я придумал. Здесь у нас... Ну, в общем, подытожим все дело. Так. Наверное, здесь у нас и будет комната с порталом. Да. Идея хорошая. Сделать комнату с порталом. Вот так. Короче, берем лопату. А вот тут песок. Угу. Так, так, все супер. Забираем весь песок. Ломаем еще вот это. Сломали, супер. Теперь мы берем песочек. И смотрите, факел сломаем, потому что мне он не должен стоять. Потом все в другом месте. Все. Получается так. Выход. Выход получается. Вот так делаем. Вот так. Такую входит, такой оформляем. Так, берем сейчас вот это. А, у нас же песок есть. Как раз песок будет. Там у нас, конечно, 4, там нужно. Так, все. У ней будет такая дверь. Угу. Здесь у нас будет портал, мы сейчас вот так сломаем. У нас же тут это. А, я знаю, сейчас мы выходим на улицу, ребята. Выходим на улицу. Пока что вот так откроем дверь. Таким образом это произошло, ладно. Идем вот так. И так. Так. Угу. Теперь вот так. Раз, два, три. Теперь берем. Сейчас возьмем какую-нибудь еще. Такой. Вот она. Идем потом еще кончик. У нас там еще есть куча железа. Так, нижняя, слышишь?
4. Думаю, хватит. 4. Можно было и записать на будущее, ладно. Нет, не хватит, не хватит. Еще нужно еще. Ну и мы как раз заходим. Вот так делаем. И вот так. 2. Ну, 2 достаточно верно. 2 будет достаточно. Вот так. Это все. Теперь замерим. Так. Еще месяца портал, я не знаю. Не знаю. Такое чувство, что не уместится портал. Так, вот здесь это. Получается, мы. Да, вот здесь возьмем один. И поставим сюда. Здесь возьмем один. Да, здесь можно взять. Я сейчас, ребята, загоняю за. Нет, да. Ладно, все буду в серии делать. Делаю так, когда глупо делаю, так и делаю. Потому что я же говорю себе вот сам сказать. Нет, здесь не надо. Так, получается, мы сейчас мы находимся в пустыне. Здесь должно быть много всего. Блин, колодец. Здесь Техас. Не только хаски, ладно. Вот здесь, да, возьмем здесь, у нас здесь шахта не наша. Здесь можно взять, но здесь ничего не хватит. Аня, ты гений. Каким образом я думаю, что это будет? Сломалась кирка. 2. Ладно, 2 так 2. Ну что хватило, нужно было заранее все делать нормально. Нужно сразу делать нормально. Все. Вот так. Это некрасиво. Это мне нужна кирка. Сейчас посмотрю, есть она. Только ладно. А, нет, деревянная есть. Деревянная не сломана. Деревянная возможность сломать. Все, забираем деревянную. И здесь вот так это делаем. Нужно, нужно. Тогда я возьму песок. У нас есть, да, есть песок. Песков как раз много. Ну и песком настроим тут. Супер, песком настроили, замечательно. Все. Теперь здесь уместится портал. Не уместится. Вот здесь уместится. Как раз вот здесь. Надо было в этом месте делать. Хорошо. Вот. Сейчас сломаем здесь песок и все. Я уже переделаю несколько раз это все. Почему нельзя заранее сразу сделать нормально? Не знаю, все вот так ломаем. И здесь тоже ломаем. Красиво у нас свечет. Он свечет не должен, так что мы берем и здесь факел. Здесь факел. Не знаю, ладно. У нас тут. А, да почему здесь факел? Не знаю. Вроде бы, да, вроде бы хватает. Так, получается, мы делаем. Раз, два, три, четыре. Вверх. Раз, два. Правильно все? Раз, два, три. Да, все правильно. Дальше невозможно. Нет, возможно. Так, и... Мне придется сломать, потом обратно сюда. Бам. И мы вот так застряли. Все. Супер. Вообще, вот здесь мы тоже вот так делаем, чтобы было все ровно. Ладно, все. Вот так делаем. Должно быть. Все, портал готов. Теперь вот так тут делаем с этой стороны. Все. Теперь мы должны тут осветить. Все, вообще супер. Еда, мне нужна еда. Так, что такое, положим что-нибудь лишнее. Бумаги. Просто покажу весь хлам, потом мы все распределим, конечно. 27 масс, конечно, нужно, пока что мне не надо. Но... Так, все. А обсидиан пока что вот так будет. Лазурит. Блин.
меня такая. Ой, меч не, нет, мне меч нужен. Ядро пока что мне тоже не нужно, факел не нужен, и дерево не нужно. Дерево берем и крафтим дверь. Готово. Ставим тут дверь. Хорошо, мы все делаем. Во. Вот теперь круто. Получилось все. Отдельная комнатка. Мы сейчас. Я выкинул дерево, ладно, все. У меня есть железо. Мне нужен кремень. Пошлите за. Ладно, все. Загравим. Закрываем свою дверку, чтобы не зашел. И еще гравий. Гравий должен быть. Ну, примерно, я не знаю, но его тут нет. Гравия тут нету. Когда он нужен, его нету. Когда он не. А вот, кстати, тут прикольная вещь такая. Так, все, поплыли. Ну, ладно, поплыли. Ну, пошли. В общем, мы сейчас бежим. Загравием. Ищем. Просто любой. Мне нужен гравий. Ау, гравий, ау. Почему я делаю искать? Я хочу сделать сюрприз. Она как бы не знает, что я сейчас за нее снимаю. Она даже не знает этого. Она сейчас учится. Учится она сейчас. Пока что нет, окей. Ищем. Найден. Гравий. Да почему? Песка много, гравия нет. Гравий может быть. Есть! Блок. Просто. Один кремень. Один кремень. Дайте мне один кремень. И еду там дайте. Я видел там свинью. Курицы. Может, так нельзя, курица, стой. Прости, курица, я просто. Тогда я умру. Я даже не восстановить корову. Может, конечно, корову. Прости, корову, стой. Ну, по-другому не получилось, коровушка. Извини. Так, все, покушаем. Вот теперь мы можем установить. Все, вроде никого нет. Один кремень. Нету кремня. Хорошо, есть идея вот такая. Нет, больше не надо. Бежим, быстро бежим. У нас еда только. Так, кактус по дороге заберем. Нет, кактус нам пока что не нужен. Так, бежим, бежим, бежим. По дому бежим. И зашли в портал. Соберся. Почему так происходит? Я ломаю. У меня. Короче, есть красота. Быстро крафтим. Ладно, поспим сначала, потом скрафтим. Супер. Замечательно, просто идет все замечательно. Остались, теперь крафтим. Так. Мне железка нужна, а железка лежит здесь. Угу. Вот так и вот так. Зажигалка. Так, пойдем сюда железку. Фу, я просто себя очистил. А теперь у нас есть зажигалка, мы берем и зажигаем. Есть. Артовод есть. Идем мы туда только в следующей серии с Катей. И что я хотел сделать сюрприз? Видишь, обустроить нормальный нам дом. Это дом. Вроде бы дом. Но если ты хоть. Если это дом, то нужно его обустроить. И получается, мы берем. Нет, нет. Вот так. И теперь просто все.
вот просто все, что тут есть. Меняем на вот этот. На такой пустынный дом. Не пустой, а ну, дом, который пустынный. Ладно. Провалились. Кстати, прикольно, что у нас можно сделать такой проходик. Ладно, все. Так, берем, ломаем здесь, ломаем тут, ломаем тут. Хватит падать. Так, супер. То, что у нас есть, просто вот эти дырки огромные. Делаем. Так, теперь мне нужно ходить опять же, да? Интересно, мы тут сделаем, конечно. Просто не знаю, как он стоит. А ну все, теперь просто вот весь этот выкапывает. Просто весь забираем. Нужен он нам, нужен, просто нужен он. Просто его много копаем, чтобы хоть его. Потом крафтим какую-нибудь, чтобы не алмазы сегодня были. Алмазы и просто так все ее прыгали быстро сломаем. Алмазы не было. Давайте железку нашли. Ладно, железку заберем. Пускай это хорошая вещь. Можно вот так быстро просто уже взять. Красавчик. Ходили нормально. У меня сейчас я не смогу сейчас бегать. Это очень плохо, в основном я тоже не могу сейчас. Мне нужно просто покушать. Любые вещи покушать. Давай, давай, быстрее. Покупаем. То есть покушаем гнилую плоть. Зачем? Что еще делать, если у тебя ничего нету? А не хочу умирать. Как? Я помню однажды. Что меня бьет? Что меня бьет? Я не замечала, что у меня просто голод. Я люблю сосиски, давай бабочки, мы настоящим. В общем, это вроде. Хорошо, мы тебя сейчас просто застряли. Это будет у нас секретный проход, что ли? Да, где был у нас секретный проход, смотрите. Я вот так застрял, просто вот так. Так, и вот так, просто вот так. Идите вот так. Это мы тоже выкопаем, чтобы, ну, чтобы вообще было видно, то, что... Так, это тоже мы должны выкопать, потому что это не очень красиво смотрится. Так, и все вот так. Я не думаю, что так надо было делать, но ладно, так. Так, вот так. Мы сейчас вот это сделаем. Так. Ладно, не получилось, значит. Хорошо, если так, то вот так мы делаем и ставим факелок. Ставим Катю на кровать. Это некрасиво тут стоит, это. Давайте мы делаем вот так. Во! Это мы тоже перенесем. Пусть ей тут один. Он закрывал, некрасивый блок. И опять. Ладно. Так, ставим сюда, и получается, мы ставим верстак где-нибудь здесь. Замечательно. И мы тут тоже должны поставить факел. Факел мы сейчас сделаем. Возьмем немножко отсюда угля. Возьмем пал. Ладно, переставим верстак. Круто. Так, итак, мы берем, делаем факелки и освещаем. Освещаем всю территорию, все супер. Осветили, аккуратно убираем уголь, забираем железку.
И все размещаем по полочкам. Ремонт, можно сказать, что готов. Мне кое-что еще не хватает. Так, и так. Это дерево. Сейчас я добуду дерево и вернусь к вам. Вообще, ребята, я тут ходил, бродил, и смотрите, что я нашел. Улей. Нашел кое-какое не зачарован, так что я его не могу забрать. Так что побежали быстро домой. Я накопал вот все вот это. То есть доски, кактус и это. У меня получается вот так все. Топорик я поломал немножко. Да вообще немножко. Не знаю, почему так мало сломался. Почему так мало сломался. Да и я думаю, то, что если накопать... 64, я не помню, сколько это. 64, это сколько досок? Блин, сколько это досок? Не знаю. Ладно, все, погнали. Нашли пчелину, лиска. Хорошо, хорошо. Когда у нас будет шелковое касание, обязательно не вижу. Все, накрыли. У нас есть много чего интересного. Чего я хотел добыть дерево? Но вообще было очень плохо. Или как? Для чего я хотел добыть дерево? Не помню. Для чего я хотел добыть дерево, правда? Может, растаки что-нибудь дерево? Просто у меня не хватало дерева. Я что-то сходил. Что-то твердил, что-то говорил, не помню. А-а-а! Что я хотел делать? Ладно, посадим. Снег у нас. Так, вот так, вот так. Вот там посадили, еще там еще у нас. Для чего я дерево хотел? Для чего оно мне было? Вот я потом посмотрю и буду вам с собой угорать, потому что я забыл. Господи, что я забыл это все? А, для чего? Для чего? Для чего? Не помню вообще. Честное слово, не помню. Хаски. Что делать? Ушел. А я понял, потому что не близко ходил, мне трава мешается. Сейчас вот не пучок. Вот это можно посадить. Друзья, ну я вообще еды еду. Хаски бьетрон, так что вообще еды нету, это вообще капут. Для чего я хотел сделать доску? Напомните. Как вы запомните? Я не знаю, короче. Почему мне нужны были доски? Лестница. Фух, вспомнил. Лестница. Вообще склероз. И лестницу. Сколько у нас там хватит? Две лестницы только. Раз, два, шесть. Мало. Делаем еще наши доски. Так, и лестницы. Ваня, ты дурак. Зачем я сделал 20? Я сейчас уже не сделал. Ваня, ты просто потратил все свои доски. Почему лестницу не могу сделать? Мало. Я просто потратил все дело. А я тебе знаю, что тебе нужно сделать из этой двери. Мне нужно было все, что это. Дошка. Круто.
день. А то если на еще день. И с ним вот так вот вообще вот так застроить, делать нормальные плечики. И нет, уже это хватит по идее. Вот так. Нет, ферму кактусов я в другом месте сделаю. Так, получается, ферму кактусов еще сделаю. Ой, где-то не... Где-нибудь иди сюда. Вроде бы росли. Все. Ферму сделаю. Потом еще немножко фермы делать вообще. Пока что это первый дом, да. Потом мы, конечно, изменим нашу локацию. Вот. Это реально какой-то тупёж. Два. Все. Это какой-то капут. Ребята, я просто вспомнил какой крафт. Видите вот эту гирлянду? Это как бы железная решетка. А что если мы... А, это... Да, 16. Просто хватит все. Просто смотрите, у нас просто же есть железная решетка. Это как бы в виде гирлянды. Мы не можем просто украсить дом. Любым способом. Она не освещает ничего, но мы можем украсить дом, правда. Давайте сначала снаружи украсим. Вот где-то нибудь... Как лучше будет сделать? Как лучше будет сделать? Реально все будет закатить получилось. Наверное, где-нибудь вот как-нибудь так. Наверное, да. Как-нибудь так и так. Не так. Так, вот так я уже сбивал, что я делаю. Вот так. Вот. Может, так будет. Земля некрасивая. Но мы тоже вот так будем. Так, уже вот так. Красота. Это красиво. И здесь тоже сделаю. Красиво получается. В общем, ребята, я брал сундуки. Вот, и кажется, я вспомнил, то, что в этом текстуре паки не все то, не то, что у меня есть. Я могу еще паутина крафтится. Как делается паутина? Как делается паутина? Паутина. Я паутина не делается. Ну, вроде бы там должно быть такое что-нибудь. Ну и должно быть паутина такого быть. Просто я знаю, что это получается. Нет, это шерсть получается. А паутина тогда как делается? Как делается паутина? Вот. Ведь паутина должна быть какая-нибудь там красивая. Правда, там. Хорошо, у меня есть идея тогда. У нас редстоун факела. И опять же, ноль дерева. Ночка, значит, поспим и добудем опять дерево. Все. Мы добыли деревца. Смотрите. Ты лег спать, я начал закрывать. Куда тебя делаю? Иди вот так и видишь, что я такой. В общем, как это было. Я выключил камеру, сбегал за дерево, подспал, сбегал за дерево, вот так встал. Что это такое? Это подарок Деда Мороза, ёпрасота. В общем, что я хотел сделать? Я хотел делать палочки и делать редстоун факела. Редстоун я взял. Нет, просто делал мой редстоун. Фух, вот она, где, почему ты? Ну вот. Раз, два, три, четыре. Четыре редстоун факела. Они светятся, но в руке у нас не светится. Хорошо, мы берем и украшаем даже здесь. Здесь, не, я знаю, там место, там крипер сидит. Вот так, вот просто вот так. Супер вообще. Здесь будет красиво. Да не лазить туда, все. И новогоднюю сделаем атмосферу даже около портала ват. Новогодний и Новый год везде должен быть. Вот так и вот так. Будет все светиться. Ну и новогоднюю атмосферу сделаем у нас вот здесь. Все супер вообще. Вообще прекрасно. Я уже бегать не могу. Замечательно. Опять берем где-нибудь плоть. И доедаем. Вкусно. Очень вкусно. А наберем все. И ну, вроде бы то, что я хотел в этой серии, я сделал. Украсил дом. Построил в портал в ад. Прекрасный. Не, туда не пойду сейчас. Так, и ну, вроде бы все прям замечательно получилось у нас. То, что я хотел, то и сделал. Украсил. Красиво украсил. Гирлянда. Классно.
знак гирлянды горит, гирлянда, туса, туса, туса. Потом, может, в следующей серии елку нарядим, если нам нужно еще найти зимний биом, чтобы оттуда елку стащить. Все в этом роде. Хорошо, в следующей серии я хочу стащить елку. Кстати, и раз я сделал так много дверей, может, следующая серия будет лабиринт сделаю. Но все равно я потрачу. Останется 19. 19. Это 19 этих. Я представляю. 19. Ребята. Круто. Реально круто получилось. 19. Я этого не подстраивал. Это так как-то само получилось. Ладно, позвоню колокольчик. Все, позвонили, и на этот я буду заканчивать. А, короче, всё. С вами я, Проскрим, и вижу я новогоднюю елку. Всем пока. А нельзя туда залезть. Жалко. Пока. Новый год. Ура. Так. Чё вы сюда приперлись? Эх. Всё, пока.